Все, кто прошел когда-то через ужасы пребывания в концлагере, с тяжелым сердцем вспоминают о былых временах и желают молодому поколению лишь одного, чтобы такого больше никогда не повторилось. Алла Дубенко, председатель Щелковской районной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма, совместно с другими членами сообщества выпустила книгу под названием «Память о прошлом не знает забвения». В ней собрали воспоминания бывших узников, которых в нашем городском округе на сегодняшний день осталось всего 135. В этой книге изложена история нашего народа, история нашей Родины. И сегодня вот те события, которые описаны в этих книгах, они охватывают тысячи несовершеннолетних, малолетних узников фашистских концлагерей. Судьбы непростые, судьбы тяжелые, но несмотря ни на что, ни голод, ни холод, ни страх не сломили этих людей. Они смогли со своими родителями, кто с мамой, кто с папой, кто сами по себе, со старшими братьями, сестрами, выжить, а затем выстоять в это нелегкое время. Мы тоже приложили много усилий, чтобы вот эта книга вышла и была, сохранила память об узниках Щелковского района. Ведь вот Светлана Ивановна, которая стояла тоже у истоков создания нашей организации, помнит, что сначала в Щелковском районе проживало свыше 370 человек. Сейчас осталось, вот Алла Ивановна правильно сказала, только 135. То есть люди уходят. И вот единственное, что останется после нас, нашим потомкам, нашим детям, внукам, вот эти вот воспоминания, которые с таким трудом собрала Алла Ивановна, но это сделано. Помочь книге выйти в свет помогли предприятия нашего округа, такие как «Промтехдизайн», «Щелковская шелкоткацкая фабрика», «Щелково Аграхим», «Щелково Хлеб». Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».